Охренеть. Поэтому, ну, реально, как-то его подубили. Прям. Но опять же, не убили, а забалансили. Ауф. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, где как раз таки будем обозревать то самое устройство, которое разработчики у нас вроде как пофиксили, вышел какой-то фиксбакс. Сейчас мы посмотрим, сейчас поглядим, как вообще это у нас теперь штучка работает, работает ли она вообще, потому что, ну, может быть, там изменения у нас настолько изменили, что оно прям вообще ни в какую. Так, там, ему, насколько я понимаю, сделали немножко дальность просто, или плюсы ко всему еще урон пофиксили. Я вот что-то не до конца понимаю, но такое ощущение, что критов прям стало в разы меньше, соответственно, на этом устройстве, прям очень в разы, и это мне не нравится совершенно от слова совсем, но окей, поглядим, посмотрим, сейчас у нас поиграем, порубимся и попробуем, естественно, вырваться на первое место, на первой позиции. Ну и вы, кстати, ребята, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу, по поводу вот этого вот шафтика измененного, войдет ли он у нас в балансик, либо он также дисбаланс. Классная такая фиговина, но пока, блин, я не знаю как, я не знаю почему, вроде там изменения не такие уж сильные и существенные, но вот как раз таки нормальную серию убийств я у нас не могу сделать, прям не получается от слова совсем, вроде как что-то пытаюсь, вроде как что-то, соответственно, я у нас хочу замутить, но не знаю, что-то вот не то, что-то вот, ребята, совершенно не то у нас в этом плане происходит. Я не знаю, даже не могу объяснить, что да как да почему. Вроде, да, опять же, изменения такие незначительные, но изменения, соответственно, есть, и они прям-таки чувствуются на моего шафтика. Хотя вот сейчас вот достаточно неплохо перемолотил. Может быть, это я просто у нас особо долго не играл. Так, и криты вроде у нас достаточно приятные такие вылазят. Или это чуваки чисто с защиткой. Все-таки чуваков с защиткой у нас как-никак трудненько убивать, да? Да ты что, у нас такой бронированный челик-то? Ни хрена себе, это что? Что за дела, что за такие, соответственно, махинации непонятненькие? Так, здравствуйте, молодой человек, нате вам сосулечку, пожалуйста, в личико, чтобы, как говорится, не выпендривались. Так, хопа-хопа. Ну нет, таких чуваков прям нормально выносят. Это может быть на более-менее действительно дальние расстояния. Нет, я почему взял у нас как раз таки кризиса с этой темой, ну, они же говорили, что работает, это теперь все плохо на дальние расстояния, и, соответственно, в ближние расстояния, как нам по бырику, по шурику забежать, нам нужно, соответственно, иметь того самого дрончика, да, который будет показывать какие-то несказанные и нереальные мувы, но окей. Может быть, действительно, как бы я у нас просто пока не разыгрался, пока что-то не понял, но пока, соответственно, дальние расстояния прям, ну, существенно. Мне это прям ваш перья не нравится от слова совсем. Вроде как бы, знаете, там не шибко-то сильно, но вроде бы с другой стороны и шибко сильно у нас изменения эти прошли. Так, я хочу посмотреть, что там именно изменили, что там именно поменяли, потому что мне прям дико интересно. Так, товарищи мои, соответственно, которые играют за мою команду, надеюсь, особо не обидятся. Мы там тем более все равно сираем уже 3-0. Чувачков у меня особо нету. Мне интересно вот посмотреть, что там изменили. Но если на первом месте, это вы не смотрите. У меня там просто команда гениальных людей, которые играют за мою тиму. Так, шафтик, устройство режим, дальность максимального минимального поражения снижается на 50%. Ого! Отслушайте, я не знаю, а может быть я не так сперва у нас прочитал это
вообще изначально. Просто мне там казалось, что немножко, как говорится, ему, ну, сделали... Может быть, это они потом уже в дальнейшем дописали? По-моему, изначально было как-то по-другому написано, нет? Или мне кажется? А то я и смотрю, то я и думаю. Как-то оно уж не такое сильное и нагибучее. Просто в прошлый раз, помните, мы что с вами делали? Мы, получается, взяли с вами эту штуку и прям хреначили всех и вся. Никто нам вообще ничего не мог сделать. А тут, как говорится, получается прям легко контрить. Чувак одевает защиту и все. Ты у нас, как говорится, законтролил этим челиком. Но по факту, по сути, так и должно быть. Потому что в прошлые разы, когда я у нас играл, я же опять на себе говорю, как я под тебя эту штуку чувствовал. Ты у нас играешь, одеваешь, соответственно, защиту 50%. Вроде как ты весь фул прокачанный, но нифигашеньки ты не можешь сделать чуваку, который против тебя, соответственно, играет на том самом кризисе или на бустере. Вот просто ничего не получается. Не, ну слушайте, это прям неплохо. Поэтому, скорее всего, как раз-таки вот ребята, которые мне писали по поводу бустера, помните, мы вчера с вами делали обзорчик на, на дрончики, которые тоже поменяли, которые тоже изменили, и ребята говорили, что прям существенные изменения, прям вообще такие неприятненькие. Скорее всего, это изменение как раз-таки у нас, знаете, чем связано? С тем, что вот просто они у нас играли, как может быть, с шафтом на 3 выстрела, которого у нас не тащит теперь от слова совсем. Ну, то есть, эту фишку, точнее, не эту фишку, а эту пушку не занерфили, а ввели в баланс. Ауф. Блин, не знаю, ну, по-моему, так оно и есть. То есть теперь на шафтике, ну, тем не менее, можно играть, можно, прям беспроблемно. Но я теперь подумаю, так ли мне нужно вот именно на шафтике играть? Вот просто мне, соответственно, он не очень сильно нравился, но, как говорится, с этим имбовым устройством можно было прям достаточно неплохо позабавиться. Опять же говорю, смотрите, какая фишка. Вы теперь у нас нормально не можете убивать чуваков, которые против вас играют либо на защитниках, либо, соответственно, с резистом. Любые другие чуваки, которые будут даже с дахой какой-нибудь то же самое, но если у них нет от вас резиста, вы в принципе можете также беспроблемно и беспрепятственно их убивать, они вам ничего не сделают, вы также будете их перестреливать. Опять же, если вы подъедете в упор к ним, да, это обязательный такой факт, который нужно будет соблюдать. И если вы, наверное, играете на кризисе, хотя с бустером тоже не знаю. Но с бустером там видишь, какая проблема. У нас там и урона будет поменьше, чем у кризиса. Это понятно. Вот. И плюсом ко всему, у него же скорости вот этой нету. Но скорость это не проблема, окей. Самая главная проблема там как раз таки у нас заключается в том, что урончик-то у нас теперь будет не такой приятный, как до этого был. Вот если ты у нас играешь в сочетании шафт плюс бустер... Ну, вот это уже проблемка, я тебе так скажу, молодой мой человек, вот это, соответственно, уже прям лютая проблемка, которую, скорее всего, ты у нас пока особо не решишь, поэтому, если ты у нас решил пересесть на имбу-имбовую, на тот самый шафтяру, который драконил танки онлайн 2 недели подряд, то сейчас ты, ну, не сможешь это сделать. Не, прям очень чувствует. Ну, смотрите, я этого чувака просто не могу пристрелять. Плюсом ко всему, у него-то, я больше чем уверен, танчик не особо-то прокачан. То есть у него резист от шафта не докачан. У него, соответственно, всего лишь 3 этих резиста есть. Окей, может быть, даже если у него корпус и пушка прокачан, ну, только корпус нам нужен, то раньше бы я его прям перестрелял бы за расти-здрасти, я вам серьезно говорю. То сейчас, ну, перестрелять у меня его не получается. прям совсем. Видели, я даже в некоторых моментах Васпика у нас не мог убить. Охренеть. Поэтому, ну, реально, как-то его подубили. Прям. Но опять же, не убили, а забалансили. Ауф.
Блин, не знаю. Я что-то ору с этой темы. Блин, ну короче. Короче, не знаю. Я счастлив. Я счастлив. Потому что я-то думал, будет, ну, не так. Будет, знаете, все достаточно лампово, так плюшево. Ну, типа, ты заходишь там, ну, вроде там что-то сделали с ним, там, пятое, третье, десятое, все равно он будет нагибать. Ну, нет. По факту, по сути, нет. Если раньше у нас все поголовно катались как раз-таки на этом шафтике, то, ну, думаю, сейчас на шафтах будут в разы меньше кататься. Опять же, не обладатели какого-нибудь кризиса, с которым можно нормально у нас играть на этом сочетании, они, скорее всего, полностью изменят свою точку зрения по поводу шафта и пересядут на какие-то другие вооружения. Вот, прям инфа соточка. Я вам отвечаю, я вам и говорю. Так, ну, с чуваком немножко поконопатились, немножко, соответственно, его работали. Но я говорю, вы будете у нас убивать тех чуваков, против которых у вас нет резиста. Если у чувака есть резистик, вы его, скорее всего, не перестреляете и не убьете. Это так и должно быть, по идее. Потому что в ближнем бою я у себя на Тесле не мог перестрелять шафта, который у нас катается либо на среднем, либо на легком корпусе. Но вот просто у меня не получалось это сделать. Но это же так не должно быть. Правильно, правильно. Поэтому пушка получается, точнее не пушка, а устройство у нас было в дисбалансе. Правильно, получается, было в дисбалансе. Поэтому сейчас его немножко как говорится, нерфили. Забалансили, скажем так. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик, данный выпуск. Кому понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.